К другим новостям. В отделении паллиативной помощи 6-й городской больницы появилось новое оборудование. Это стало возможным при поддержке некоммерческих организаций. Подробнее Владислав Кириенко. Помочь пациентам с тяжелыми заболеваниями – одна из главных задач не только государства, но и некоммерческих организаций. В отделении паллиативной помощи Барнаульской больницы номер 6 появилось новое современное оборудование. Помогли благотворительные фонды «Надежда» и «Созерцание». Среди главных новинок – кислородный концентратор, а также ингаляторы. Сегодня есть поддерживающая терапия по кислороду для таких пациентов, ингаляторы и так далее. Все, что необходимо в плане ухода и облегчения течения заболевания у пациентов. И благотворительные фонды сегодня очень активно участвуют в этом направлении, активно вкладывают средства, поэтому мы за это им очень благодарны. Это отделение паллиативной помощи открылось только в январе 2017 года и рассчитано на 20 коек. Ранее такие появились в Бийске и Рубцовске. Барнаульская – третья по счету. Большинство здесь – это онкологические больные. Также есть пациенты после инсульта и тяжелых хронических заболеваний. Они говорят, уход на высоком уровне и жаловаться не на что. Врачи внимательные. Вот нас курирует Людмила Семеновна, так. Никаких претензий. Вовремя и таблетки дают, и уколят, и капельницы ставят. Все, я лично доволен. Для работы в этом отделении специалист должен отвечать самым высоким стандартам. Попадает туда далеко не каждый. Среди главных качеств – стрессоустойчивость и понимание всей специфики работы. Мы не можем принять на работу вот любого медицинского работника. Во-первых, он должен быть стрессоустойчивым. Во-вторых, он должен быть работоспособным. Он должен быть довольно профессионально обученным, квалифицированным специалистом. Он должен понимать, куда он пришел и зачем. Важно понимать, для пациентов пребывание в этом отделении прежде всего поддерживающая терапия. Если все проходит успешно, он может выписаться и наблюдаться у терапевта на дому. Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости.